Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Planet Home. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Астронир. Со мной сегодня Максим Баха. Макс, привет. Привет. Да. Максим мне согласился помочь с подготовкой планеты для тотального уничтожения ее. Да, Макс, не можешь успокоиться, да? Всем привет, привет. Вот, для тотального уничтожения планеты мы сегодня с Максимом подготовили огромное количество динамита и огромное количество гидразина. У нас это все готово, все у нас уже подготовлено для того, чтобы действительно планета дала трещину. А? Взорвать просто все. Да, взорвать все к фигам. Пойдем покажем, во-первых, где у нас это все находится. Ребята, мы сразу скажу, мы немножечко отошли от нашей базы. На относительно такое далекое расстояние, чтобы можно было удобно таскать. Вот, у нас здесь на данный момент находится вот эта яма. Она вся упичкана динамитом, она вся упичкана гидразином. В количестве 100 штук гидразина и 100 штук динамита. Учитывая, что мы с вами знаем, что да, динамит с гидразином, он умножает все это взрывное свойство в два раза. Поэтому вот, мы сначала с Максом думали сделать яму какую-то типа поширше, чтобы это все было красиво видно. Но мы решили сделать такой а-ля эффект клизмы. То есть вот такое маленькое горлышко и все такое. Давай, кстати, так уберем, наверное, сейчас с тобой опоры. Нам надо с тобой показать, как все это дело выглядит внутри. И туда, соответственно, попробовать опуститься, чтобы нам до туда воздух не доходил. Так, давай, что, я прыгаю? Давай. Это вот, короче, вид изнутри. Но здесь, на самом деле, сначала мы загрузили все динамитом, потом все загрузили уже гидразином. Сейчас кислород кончится. Здесь главное только очень аккуратно сейчас ничего не нажать. Вся остальная масса, она находится уже под гидразином у нас снизу. Мы ее реально не видим. Яма достаточно глубокая. Как вы видите, внизу там есть кнопки активации, но они одним сплошняком уже просто горят. Это, да, у нас тут, короче, Астронир, наверное, будет в шоке. Сейчас я здесь умру. Здесь главное только очень аккуратно ничего не нажать. Вот, ну а следующим у нас будет этапом. Это Максим непосредственно спрыгнет в эту яму или будет находиться около нее где-нибудь сбоку. Вот, и активирует ее. Мы будем с вами стоять на безопасном расстоянии. Ну, надеюсь, будем стоять на безопасном расстоянии. И заодно, все, я ГГ. Вот, отлично. Вот, и посмотрим, насколько это все будет эпично. А потом посмотрим, насколько это вообще разрушительная сила. 100 штук динамита и 100 штук гидразина. Но я уверен, это будет что-то нечто эпичное. Макс, ты как, готов там уже катапультироваться в бесконечность? Я уже стою. Ты уже внизу там стоишь? Да нет, тут стою. Сбоку? Что думаешь, наверху будешь стоять или вниз нырнешь? Да скорее здесь. Сбоку? Ну да. Я понял. Нет, тебя уже затащили туда. А лучше снизу. У тебя кислород кончается. Не, давай тогда лучше будешь стоять сбоку. Мы посмотрим, как ты хоть вылетишь. Так, тебя по-любому там разорвет, мы это даже не увидим. Так, единственное, что давай такой, наверное, опору немножечко поближе поставим тебе, чтобы ты мог дышать какое-то количество времени хотя бы. Я так скажу, помнишь, когда это попытались взорвать, меня швы, это типа вышел в космос, типа улетел. И теперь ну да. Я не могу. Приходится бегать сюда. Я понял. Так, слушай, а почему у меня кислород не подается? Вот очень странно, через опоры. Оборванный как будто бы, но странно очень. Угу. Стоп, подожди, не понял юмора. У них не горит синяя лампочка, то есть они воздух подают, они воздух не подают, точнее. Что за бред, странно. Но нам, в принципе, сейчас с тобой не воздух, в принципе, мерить, пофигу, с этим потом разберемся. Давай, пошли тогда, короче, к этой яме. Я, наверное, встану вот на такое расстояние, где-то около здесь базы буду находиться. Самый оптимальный вариант. Хотя, может быть... Слушай, знаешь что, я, наверное, даже вот так сделаю. Сейчас небольшой пригорочек его сделаем вот здесь, чтобы я мог на нее подняться, чтобы с высоты хоть как-то смотреть там хоть немножечко как-то внутрь. Так. Блин, я сам себя зарываю. Ну, теперь здесь это особо не работает. Вот отсюда где-то. Да, давай. Я готов. Отчет. Да, сам отсчет отсчитывает. Тебе же взрываться. Я готов смотреть. А, не-не-не, стоп, давай, не-не. Ты нажал уже. Твою мать. Охренеть, это просто долбанная бесконечность. Ты это видел? Это что было? Я не знаю, это просто был тотальный баг и глюк. Но яму я просто увидел, она в экран даже толком не поместилась. Я просто думал, при восходе. Охренеть, кратер. Мане-мане, ты посмотри, жесть какая. Охренеть дырища, просто охренеть дырища. Бум. Охренеть. Слушай, ну с такими темпами его можно до конца добурить, будь насквозь, мне кажется. Как там на земле внизу, нормально? Ага. Ну ты разбился по-любому. Охренеть, дырка, просто охренеть.
Я думал, что будет большой взрыв, но, если честно, я не думал, что будет прямо таки настолько эпичная дырень. Было похоже, что астронир не вытянет. Но меня на секунду на самом деле лагануло, прям так бульк, знаешь, такой легкий подвесон произошел. Главное, все ресурсы уничтожилось, абсолютно все, просто в нули все. Это жесть. Нет, ребята, ну это вообще тотальная дырка на самом деле. Я удивлен. Если честно, я думал, будет что-то тут чуть-чуть поменьше. Но что прям такая дырища, она даже в экран толком-то целиком не влезает. Ну вот вообще жесть, охренеть. Да, и достаточно глубоко, посмотрите. Блин, я, конечно, можно попробовать сейчас как-то вниз по-человечески туда спуститься. Ну, не очень-то это получается. Так, ну-ка. Такое ощущение, что здесь атомная ядерная бомба просто здесь упала. Вниз просто так. Да-да-да, надо прогладить, надо посмотреть, насколько она там вообще. Эй, аккуратненько здесь нам. Ой-ой-ой, сейчас, походу, разобьюсь. А может быть и нет. Так-т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 ак. Аккуратно, все, отлично. Я в самом низу. Ох ты. Теперь смотрим. Охренеть, снизу, я тебе скажу, она еще смотрится больше. Нереально, нереальный кратер, просто нереальный. Вот что ребята, в принципе, делают 100 динамита и 100 гидразина. Вот такую, короче, дырень мы можем образовать. Да, это эпик, это просто реальный эпик. Здесь, в принципе, комментировать нечего, вы сами все видите. Здесь, на самом деле, внизу вот находишься, как будто бы на отдельной планете. То есть здесь абсолютно все по-другому. Все ресурсы готовы, все досталось, осталось какое-то все дело собирать. Естественно, огромное количество ресурсов просто бабахнули, просрали. Кстати, здесь он алюминий, есть для новых взрывов. Но у меня уже родилась, на самом деле, идея, я думаю, Макс, ты меня поддержишь, и можно попробовать будет сделать в этом кратере еще одну дырку и вниз забабахать, может быть, реально пройти насквозь всю планету. Это же, мне кажется, ну, в принципе, почему нет, можно попробовать. Но, конечно, может быть, не сам факт того, что у нас это все идеально вылезет, получится, да, потому что многие уже пытались забуриться, там, по-моему, насквозь уже нельзя и пройти, если не ошибаюсь. И я тоже, кстати, это пытался один раз сделать. Вот, но я хочу попробовать именно с помощью вот этих взрывов, то есть пробаговать ее каким-то вот образом. Мне кажется, должно все дело рано или поздно выгореть. Но, учитывая тот факт, что сама по себе планета не такая большая, это пустынная, да, вот, в принципе, такими темпами, тем более мне обязательно нам будет ее... Кстати, слушай, а давай попробуем, знаешь что, просто ради интереса сейчас, пока мы здесь находимся, давай аккуратно так же спустимся туда вниз, нам надо соединение, короче, где-то намутить и подать туда кислород нам. Стоп, нет, это неправильный тогда заход. Давай тогда попробуем сейчас тупо под себя ее забуговать, может быть получится или нет. Сначала надо проверить, вообще может там копать или нет. Ну, может, вообще конец. Да не, там по-любому можно. А только вот единственное, что это нам сейчас, смолы, короче, надо намутить. Ой, соединение, точнее, намутить. Там их просто снизу много, но нам надо сверху провода подать. Чисто ради интереса. Конечно, я уверен, что она намного глубже, чем мы думаем. Но, как говорится, чем черт не шутит. Так. Давай возьмем... Сейчас вот я начинаю делать первые столбы. Единственное, я не понимаю, почему у нас вот с этой с правой стороны они не хотят давать энергию. Какой-то баг, что ли. Сейчас мы попробуем. Так, стоп, вот эти. Нет, опять не работает вот это. А вот отсюда, если. Так, мы это сейчас уберем. Слушай, я не знаю, что-то мы сделали, короче, но она реально не. А, вот это фурычит. Все отлично. Вот это отсюда пошла. Там где-то либо провода у нас порвались, либо здание. Так. Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Ага. Или не очнулся вообще. Слушай, ну со смолой проблем здесь нету никаких абсолютно. Я был уверен, планета треснет. Нет, ну она... Ай-яй-яй, аккуратненько. Можно еще раз так сделать. В смысле, еще раз такой бабах? Ну, можно, да. Но мне кажется, есть смысл туда постепенно опускать вот эти все наши динамитные приколки. Так, давай-ка здесь смолу все... Ой, соединение сейчас все заберем. Так, все забираем. Энергия подается? Подается, это самое главное. Так, а сейчас мы начинаем штамповать опоры. Ой, да простит нас планета эта. Дай бог, чтобы все было нормально. Так, я думаю, может быть, наискось вот так будем пробуривать, чтобы можно было хоть как-то это... О, блин, смотри. Пещера, да. Все против нас, абсолютно все против нас.
Так, а вы надо посмотреть, насколько она глубокая, кстати. Ну да. Не дотягивается у меня. Видите? Буквально чуть-чуть, наверное. Но с другой стороны, мы можем попробовать. Сейчас, попробовать можем, конечно. Сейчас сбоку посмотреть, насколько она там у нас пойдет. Если что там. Глубоко. Очень. Очень я глубоко. Да не так уж. Ну ты не пророешь так. Не, подожди, а зачем нам так не надо прорывать? Мы сейчас здесь проход сделаем. Вот. Эх, не хватает чуть-чуть миллиметров фара. Во. А теперь хватает. Так, сейчас только чтобы было по-нормальному, я здесь ее немножечко. Чтобы по красоте было, вот так вот сделаю. Не хочу совсем разбиваться. Так, здесь, смотри, у нас целая куча материалов новых. И. Кстати, опять уголь. Уголь, ребята, чтобы вы понимали, как мы так быстро много сделали динамита. Кстати, у нас все про все, у нас ушло. Сколько? Часа, наверное, где-то около 3 часов, да, примерно? 2-2,5 часа где-то так. Ну, примерно, да. Примерно. Мы сделали следующим образом. Мы просто брали огромное количество угля и банчили его в продажной платформе. Это а самое... сначала было? Сначала было, алюминий сначала было. Сначала было, мы катались туда-сюда. А, ну это да. Но мы пытались, думали, может, с других планет алюминия возить все остальное, но потом случайно наткнулись на планету, ой, на место рождения, где было... огромное количество угля, и мы этот уголь весь, в принципе-то, и продали. Так, ну я не знаю, насколько мы сильно насквозь идем. У тебя с собой есть еще, да, смола? Ой, соединение. Нет, опоры есть. А, ну опоры, да. Нет, у меня-то еще пачка есть, просто нам сколько нам хватит, просто ради интереса. Попробуем сейчас, конечно, забуриться. Огромное количество энергии, ребята, уходило именно... Так, а, ты ставишь, у тебя пока есть, да, не? Давай табурю, а ты Вот сейчас будет офигенно, если мы вылезем на другой конец планеты. Но это, мне кажется, это невозможно. Но так чисто поржать, насколько большой туннель мы сможем сделать. Почему нет, уже до конца, уж, чтобы планета точно треснула. Скажет, господи, нахрен эти два крота сюда приехали ко мне. Летало себе в космосе спокойно, нормально, никого не трогало, никому не мешало. Эти пришли сначала, начали взрывать, потом начали меня бурить. Так, что-то как-то криво бурится на самом деле. А, у тебя закончились, но у меня есть еще. У меня их много. Давай тебе скину, на тебе соединение. Вот, раз. Делай. Опоры. Окей, сейчас. Чего говоришь? Окей, сейчас. Давай, давай, не тороплю. Так. Слушай, ну вообще реально конца и края, конечно, нету. Ну, это самое что интересное, якобы бурил, у меня есть где-то одни из самых первых роликов, где-то в самом начале плейлистов по Астрониру, есть ролик, где я пытался забуриться, но я бурил землю, и она нереально огромная, мне не хватило одного стака, как бы вместе, ну, в смысле, не стака, а одного этого ранца, целиком забитого опорами, мне этого не хватило, чтобы пройти насквозь. Абсолютно не хватило. Но примерно по ощущениям, ну, не знаю, может быть, где-то четверть я забурил. Но мы здесь... еще только до середины дойдем, вон уж какая гравитация. Так, блин. Да, почти на середине. Прыгни. Вон вверх как тащит. Так. Блин. Ну, давай просто ради интереса на максимум забурим, насколько у нас получится это сделать. Гравитация, конечно, сумасшедшая, абсолютно, просто жесть. Да, вообще, сейчас еще больше будет. Так, самая же проблема, здесь огромное количество ХП отнимается от маленького падения, просто. Здесь даже себя паранормального не проконтролировать. Сколько тебе там, много еще осталось опор? Да я еще сделал. Ага, окей. Такие, блин, опыты на планете. Она точно, отвечаю, в шоке будет сегодня. Скажет, ну вас нахрен, все, короче, удаляюсь. Ну, естественно, мы с тобой там обратно подниматься не будем. Ребята, а кто желающий, кстати, повторюсь. О, боже, все, мне вообще невозможно. Мне не спуститься. А, блин. Желающие высасывать планету, ребята, не забываем, пишите ВКонтакте. Есть еще два человека, вот нам не состыковаться пока никак. Максим вот ведь помог мне с динамитом. Кстати, если Макс придешь на высасывание тотальное, можно будет попробовать, да? Так, что, вставится у тебя, нет? Ага. Во.
Я опуститься не могу. Я кое-как здесь еще прыгаю вообще. Так, давай попробуем тогда срезать еще больше угол. Конечно, будет сложнее нам еще будет. Это жесть, это вообще неопускаемая. Просто неопускаемая. Вообще. Ну, если честно, я до центра такого... Ой, ё-моё, я полетел. Мне даже не приземлиться. Так, есть где опору-то поставить? Да, я поставил. Отлично, так. Давай тогда еще больше угол возьму, попробуем. Я думаю, тогда нам будет проще. Я даже не знаю, как нам сделать это уже. Просто не опускаю. Да. Ну-кась. Опа, слушай, а здесь прямо побежал идеально. Ну, я-то точно. Самая же проблема, видишь, мы, может быть, не совсем наискось-то и бурим. Будь, может быть, знаешь, такое, как... Просто я в воздухе вешу и колбашу. Макс, ты главное успевай ставить. Если я упаду, мне кажется, это ГГ. Я остановиться даже не могу. Это я тоже, у меня энергия кончается. Чувак, где энергия? Срочно. Так, давай туда втыкаем. О, господи. Все, закончились. У меня есть еще чуть-чуть. Да. Я даже не стою на землю, приколись. Просто бурю. Так, мне не дотягивается, по-моему. А, вот дотянулось. Так давай я буду ставить опоры. Ну на, так, где там? А, я даже рюкзак не могу найти свой, охрень, достать ничего из него. Так, ты где? Вот опоры. Забрал? Ага, да. А как я оказался наверху, я не понял. Стоп, а, нам туда надо? Мы наверх копаем? Это середина, потому что это сейчас даже кажется так, что мы это как будто вон да. Так идет. Получается, что мы теперь из центра копаем наверх. Ага. Да уж. Ну, теперь хоть не могу по земле идти, это самое главное. А то и вообще не могли ничего это даже двигаться. Едь, разгоняемся. Ну да. Так, у тебя сколько там осталось? Ну, совсем чуть-чуть, наверное, да? Ну, тогда. Да, слушай, мы наверх теперь поднимаемся. Это реально видно. Угу. Фигеть, если реально поднимемся. Нет, нам не хватит опор, чувак, вообще не хватит никак. Тут без вариантов. Просто слушай... возвращаться опять идти. Да нет, слушай, но это отдельно мы уже надо серию будет за, по поводу выбуривания сделать, потому что это мы так чисто экспромтом, мы же с тобой попробовали сделать именно взрыв, показать, да, насколько это будет эпично. Вот, а на самом деле, ребят, насчет кончились? Ну, на этом, значит, у нас с тобой здесь жизнь сейчас закончится. Ребята, ну что, на этом моменте мы с вами попрощаемся. Да, мы попытались уложить две серии в одну. Видите, у нас не особо это получилось, потому что, ну, как не получилось? Мы докопались до центра платформы, до центра планеты. И как только доходишь до центра, видите, происходит безумная абсолютно гравитация. Это раз, во-вторых, происходит следующая картина, что нам никак это все не сделать, потому что мы выходим из центра, сразу же наверх начинаем. Макс, да, машет. Улыбаемся и машем, как пингвины, да? Вот, но насчет того, что мы изначально планировали, это сделать большой достаточно взрыв. Я считаю, у нас получилось, и я думаю, заслужили с Максом лайк, поэтому обязательно ставьте под роликом лайк. И что, я думаю, надо сделать еще больше взрыв, еще больше динамита. Да, Макс? Поможем? Поможешь мне с этим делом? Ага. Вот, ребята, да, если хотите увидеть еще больше взрыв, обязательно пишите в комментариях. И у меня даже уже есть идея по поводу взрыва. Одна девушка нам подкинула идейку. Обязательно мы это все сделаем. Вот. Ну, а с вами был Серега Плей и Макс Баха. Всех любим, всем пока. Всем пока. А у меня он даже не хочет руками махать, он просто пытается бежать. Все, ребят, всем пока.